to your microphone from this way. Okay. Hello. Ladies and gentlemen, welcome to the main session on development in a... Дамы и господа, рада приветствовать вас на сессии, посвященной развитию и тому, какой вклад интернет может внести в развитие. Развитие инноваций, экономические вопросы, фокус на цели устойчивого развития. Это название нашей сессии. Но новые технологии наверняка могут стать определенным катализатором процесса достижения цели устойчивого развития, причем они могут помочь внести вклад в достижение всех 17 целей и в реализацию соответствующих задач. В то же время быстрые технологические изменения приводят к новым вызовам и могут иметь весьма неожиданные обстоятельства. Для того, чтобы полностью задействовать потенциал этих технологий, извлечь из них пользу и построить устойчивое общество, достичь цели устойчивого развития, необходимо, собственно, понимать то, каким образом эти технологии могут внести свой вклад в эти процессы. В первой части нашей сессии мы выслушаем выступления экспертов, на второй части мы попросим выступить представителей динамичных коалиций, которые выступят, опять же, по различным аспектам цели устойчивого развития. И в рамках третьей части мы проведем сессию вопросов и ответов. У вас будет возможность задать вопросы нашим экспертам. Меня зовут Надя, я социальный предприниматель. И также вхожу в молодежную коалицию, которая занимается вопросами интернета. Диего Маладо также будет модерировать нашу сессию. И он из Колумбии, и также бывший министр по ИКТ Колумбии. Ну и теперь я с большой радостью передаю слово Диего, который представит наших экспертов. Большое спасибо, Надя, спасибо также вам за то, что вы собрались в этом зале после обеда, на послеобеденную сессию. Сессия наша будет достаточно продолжительной, но, надеюсь, в то же время и продуктивной. Я, прежде всего, представлю вам наших экспертов. Но на самом деле не я их представлю, намерен переложить эту задачу на них самих, пусть они представятся сами. И расскажет вкратце о себе. Так что, уважаемые эксперты, прошу вас рассказать о себе. Расскажите о том, какой работой вы занимаетесь, что вы делаете. Ну и не только. Можете о каких-нибудь своих секретах также рассказать, почему бы и нет. Начну с себя, чтобы вам было попроще. Меня зовут Диего Молано, я из Колумбии. И какой мой секрет, какая моя тайна? Знаете, сплю я плохо. Почему? Потому что в четверг вечером должен отправиться домой, в свою страну, вернуться домой. И у меня будет наверняка очень серьезный разговор с женой. Почему? Потому что вот этот новый мир предпринимательства, я вложил фактически мои двухлетние сбережения в фонд вечерного капитала. А фонд этот почил в БОЗе. Она мне говорила не делать, не вкладывать туда деньги, в этот фонд. Так что абсолютно точно могу сказать, что меня ждут неприятности дома. Селин, а теперь ваша очередь. Все меня слышат? Хорошо. Меня зовут Селин Сада Бенабен. Я генеральный директор французского отделения eBay. Работаю в eBay уже 12 лет. 20 лет уже работаю в сфере цифровой торговли, интернет-торговли. То есть достаточно долго. Ну и то, о чем я никому еще не рассказывала, это то, что однажды я играла роль Гуфи в парке Диснейленд. Не знаю, может быть, это негативно скажется на моем имидже, но тем не менее. Джексон, ваша очередь. Спасибо, меня зовут Джексон Чебой. Я из агентства по коммуникациям правительственного ведомства кенийского. И я начинала когда-то с просто электронных систем, информационных систем, затем перешла в работу с правоохранительные органы. И
Может быть, через 2 года я вообще стану фермером. Собственно, почему бы и нет? Спасибо за внимание. Спасибо, Бишака. Меня зовут Бишака Датта, я из Бомбея, Индия, из НПО, которая занимается вопросами гендерного равенства, правами инвалидов и технологиями. Мой секрет? Знаете, я хотела пришумить выдумать, но правду расскажу. На самом деле, я иногда подрабатываю диджеем. И даже беру специальные уроки диджейства. Андрес. Добрый день, меня зовут Андрес Саастри. Я из Ассоциации по телекоммуникациям телекоммуникационных компаний ОСИЭТ. И очень рад принимать участие в этой экспертной сессии. Ну, а ваш секрет, Надя? Ну, а моя тайна — это то, что я сочинила песенку одну, и она мне так понравилась, что я даже хотела ее отправить на Евровидение, но не сделала этого. Прекрасно, у нас тут, получается, и диджей, и композитор. Прекрасно. Ну что же, идем дальше по программе. Первый вопрос у меня следующий. Каковы барьеры, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при реализации проектов в области телекоммуникаций, новых технологий? И каковы рецепты, собственно, того, как бороться с этими барьерами? Это вопрос к Джексону Чебою. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. И прошу вас не затягивать ваше выступление. У вас 3 минуты. Спасибо. На самом деле, однозначно цифровизация — это процесс, который затрагивает абсолютно всех, компании, частный сектор, государственный сектор, правительство. И зачастую речь идет прежде всего о смене менталитета, об изменении культуры, парадигмы, если хотите. Конечно же, есть какие-то вызовы, которые можно выделить, скажем так, на мировом уровне, общие для всех стран. Это и нехватка ресурсов, бюджетные ограничения, отсутствие понимания определенных процессов, связанных с новыми технологиями. Иногда речь идет также об отсутствии лидерства, плохо с приоритизацией иногда. Но то, что касается развивающихся экономик, они сталкиваются также и со своими особыми вызовами, препятствиями, которые мешают им участвовать в процессе цифрового преобразования, вот этом переходе на цифру. И в основном, что это за вызовы? Это культура, прежде всего. Дело в том, что люди зачастую не понимают суть этих процессов и не понимают вообще само даже понятие или суть вот этого концепта, собственно, цифровизации. Отсюда нехватка инвестиций в инфраструктуру. Далее. Инфраструктура существующая во многом устарела, но в то же время строится новая инфраструктура. В результате они зачастую между собой никак не согласуются, несовместимы. Приходится делать, опять же, капиталовложения большие с тем, чтобы все это заработало. Третий вызов заключается в следующем. Нехватка квалифицированного персонала. И это общая проблема развивающихся экономик. Учитывая в особенности то, что изначально в этих странах знаний об этих процессах очень мало. Кибербезопасность — это также проблема, потому что многие просто боятся от этих новых технологий, потому что они как раз в чем-то способствуют развитию киберпреступности. Отсутствует соответствующая правовая среда, чтобы это все адекватно, эффективно регулировать и противостоять негативным явлениям. В результате общество
где-то даже, может быть, не готова к переходу, собственно, на цифру. И еще один вызов – это экспоненциальный рост и разнообразие новых технологий. И в результате развивающиеся экономики просто отстали от экономик развитых. Технологии очень быстро развиваются, появляются все новые и новые технологии, инновации. И развивающиеся страны за развитыми просто не успевают, потому что в основном эти инновации создаются в развитых странах. Большое спасибо, Джексон. Теперь мы, наверное, перейдем на испанский. Так что наденьте, пожалуйста, ваши наушники. Андреас, вам слово. Андреас представляет Межамериканскую ассоциацию телекоммуникационных компаний, то есть фактически это частный сектор. Сектор. Ассоциацию, которая работает над такими вопросами, как интероперабельность, совместимость различных технологий, различных технологических узлов. Это очень важно, если мы действительно хотим, чтобы наше общество получили выгоду и пользу от новых технологий, и чтобы они внесли вклад в развитие. Вопрос к вам, Андреас. Какова роль частного сектора? Большое спасибо. Большое спасибо, Диего. Поскольку у меня 3 минуты только, я буду в основном говорить лишь только о очень конкретных вещах. Я думаю, что наша роль в основном состоит в том, чтобы сделать так, чтобы наши граждане доверяли нашим системам, нашим услугам. И в то же время мы работаем с правительствами для того, чтобы улучшить качество инфраструктуры. И это как раз является вкладом в решение проблемы интероперабельности систем. Также предоставление телекоммуникационных услуг на глобальном уровне, как сделать так, чтобы эти услуги были совместимыми, чтобы технологии были совместимыми. Потому что в цифровой сфере есть целый ряд различных сервисов в интернете, не только. Но с их совместимостью, с их интероперабельностью как раз пока есть проблемы. Так что нам предстоит и дальше работать над этим над решением этой проблемы. Также мы придаем большое значение укреплению доверия граждан. Это приоритет однозначно для частного сектора. Ясно, что в быстрорастущих экономиках есть потребность повышения производительности, а этого можно достичь с помощью использования данных. Так что данные имеют очень большое значение, но, с другой стороны, они должны использоваться в ущерб гражданам, потому что от этого тоже зависит доверие граждан. 64% респондентов, мы провели опрос в нашем регионе, заявили о том, что они обеспокоены тем, вот, как используются их данные. И это гораздо больше, чем количество аналогичных респондентов годом ранее. Люди боятся мошенничества, что кто-то будет манипулировать их данными, чем те же частные компании. Это приводит к страхам, к боязни, к опасениям и утрате доверия. Так что компаниям предстоит больше делать для того, чтобы защитить данные клиентов от кражи, опять же. Системы должны быть надежными, и пользователи должны знать, что происходит с их личными данными. Защищены ли они? Президент Макрон об этом вчера также говорил. Так что наша роль, вот роль частного сектора, однозначно состоит в том, чтобы защитить пользователя, защитить их данные, и в то же время обеспечить возможность использования этих данных в интересах развития цифровой экономики. Частный сектор может также принять участие в профессиональной подготовке к развитию человеческого капитала. Например, в Латинской Америке двое из 3 молодых людей не готовы принимать участие в цифровых процессах, не готовы работать в условиях цифровой экономики. Так что нужно развивать навыки молодежи, давать им знания по поводу того, как они могут использовать эти технологии. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к Селин. Вопрос следующий. Какой должна быть политика, которая поддерживала бы инновации в сфере ИКТ?
И как сделать так, чтобы малые и средние предприятия в отдаленных регионах нашего мира также могли участвовать в этих процессах? Спасибо. Я думаю, что частные компании однозначно имеют большой потенциал с точки зрения создания возможностей развития цифровой экономики. Это касается всех компаний, всех размеров. Наша компания с самого начала своей работы служила глобальной, безопасной, надежной платформой, которая позволяет всем продавцам, собственно, из любой страны участвовать в торговле и продавать, собственно, свою продукцию сотням миллионов людей в мире. Сегодня у нас миллионы продавцов, больших, малых, крупных и помельче, из разных стран. 99% малых компаний, которые работают, используют нашу платформу во Франции, продают сегодня свою продукцию за рубеж в более чем 20 странах. И что должны сделать эти компании? Собственно, единственное требование к ним – это иметь какую-то продукцию, товар. И как только у них появляется такой товар, они записываются на сайт и платят лишь только небольшой взнос. То есть никаких крупных капиталовложений делать не надо. И возможности у них у всех одинаковые, будь то большая компания, маленькая компания или индивидуальный предприниматель, или продавец. Все они играют по равным, одним и тем же правилам. И их товар может быть приобретен любым покупателем в любой стране мира. Мы не занимаемся никакой рекламой товаров. Мы убеждены, что МСП внесут очень важный вклад в рост экономик в будущем. Считаем также, что власти должны сделать все необходимое для того, чтобы помочь частным компаниям. Мы постоянно опрашиваем наших продавцов, они говорят нам, рассказывают нам о своих чаяниях, потребностях, и мы стараемся их удовлетворять. Во-первых, мы стараемся обеспечить полный доступ всем продавцам к высокоскоростному интернета, потому что никакого предпринимательства, развития предпринимательства не будет, если не будет быстрого, хорошо работающего интернета. Это первый шаг. А второй шаг, собственно, это инфраструктура для отправки товара, логистика, да, соответствующая инфраструктура. И эта инфраструктура тоже должна работать быстро, отлаженно, надежно. Она должна быть относительно дешевой и транспарентной. Если вы хотите наладить процесс торговли, то вы не можете требовать от... Вы просто обязаны обеспечить хорошую, надежно работающую логистическую инфраструктуру. Доверие, опять же, очень важно. И все то, о чем я говорила, оно важно для установления доверия. Далее, транспарентность и простота работы. Это касается работы с клиентами, касается налогообложения и административных процедур. И опять же, индивидуальный продавец просто не может знать ставку НДС, например, которая практикуется во всех странах, куда он продает свой товар. Еще есть одна область, над которой нам предстоит коллективно поработать. И мы работаем уже с правительствами над этим, то есть вот эта область, это упрощение административной процедуры и оказание административной поддержки предпринимателям. Большое спасибо, Селин. Бешак, вопрос. Ваша очередь теперь. На самом деле, польза технологий, то извлекут пользователи выгоду из новых технологий, зависит от того, насколько они понимают эту технологию, насколько они обладают информацией, соответствующими навыками, о том, связанными с тем, как пользоваться этой технологией. Какая политика нам нужна, если мы действительно хотим сделать так, чтобы все почерпнули выгоду из новых технологий? Спасибо за вопрос. На самом деле, здесь нужно понимать, что пользователей цифровыми технологиями великое множество, они все разные. И технологии тоже разные. Это могут быть простые телефоны, старые модели, да, это могут быть очень сложные устройства с выходом в интернет, смартфоны.
и пользователи все тоже разные, они говорят на разных языках, они разного возраста, разного пола, разной сексуальной ориентации, у них разные доходы и разные способности и возможности. Но интернет в его нынешнем состоянии, это может быть не совсем комфортабельная среда для всех и каждого. И кто-то, например, представители уязвимых групп, сексуальных меньшинств или инвалиды, они, может быть, не совсем комфортно чувствуют себя в этой среде. Так что здесь, когда мы говорим о доступе к интернету, нужно важно понимать, что мы имеем в виду. Просто дать доступ к интернету какому-то сообществу или пойти еще дальше и посмотреть, а кто именно в рамках этого сообщества имеет доступ к интернету. Необходимо учитывать также культурные аспекты. Я думаю, что нам необходимо рассмотреть такое понятие, как случайный человек в интернете. Я думаю, что многие люди, которые, может быть, имеют доступ к интернету, они не говорят на английском. Это могут быть и женщины, и дети. И в результате они не ощущают чувства причастности вот к этой среде. Они чувствуют себя там чужими, статистами. Они не могут быть активными участниками соответствующих процессов. И вот эту проблему нужно решать. Нужно сделать так, чтобы наша политика была направлена также и на это. Большое спасибо за ваше выступление. Это подводит нас ко второй части нашей сессии. Выступят представители динамических коалиций. Они представят выводы, которые они сделали в рамках своей работы, касательно вызовов, связанных с переходом на цифру. Господин Кристофер Ю, динамическая коалиция по инновационным подходам к подсоединению к интернету. Большое спасибо. Рад выступать на этой конференции. Мы работаем над различными подходами к обеспечению доступа к интернету. И также мы работаем над тем, как сделать так, чтобы интернет внес вклад в достижение цели устойчивого развития. Кроме того, вот нам часто говорят, что для того, чтобы было больше инвестиций в инфраструктуру, которая позволит повысить доступ к интернету, могут быть как раз увеличены, если будет понимание того, что доступ к интернету также поможет нам достичь цели устойчивого развития. Мы проводим различные опросы, проводим также эксперименты на местах, на земле, что называется, для того, чтобы посмотреть, как увеличить доступ к интернету. Работаем с правительствами, поскольку правительство дает нам очень важную информацию, которая позволяет нам, собственно, понять, приносит наша работа какие-то плоды или нет. Идут у нас испытания, эксперименты в Руанде, например, сейчас. Смотрим, как используются механизмы удаленной диагностики, например, там, в медицине. Смотрим также, как интернет используется в образовании, в повышении квалификации и так далее. Также изучаем научные труды, которые уже существуют по этой теме. Смотрим, какая там методология. И интересно было то, что мы действительно обнаружили, что есть различные труды, но мы готовимся сейчас опубликовать беспрецедентное исследование, которое вот провели именно мы, там результат именно нашей работы. The next billions project that's gone through four... Наша задача и в том, чтобы те четыре фазы, которые прошли в таком международном форуме, как наша, помогали достижению целей 4, 6 и 9. По образованию, потом по энергетике, потом по инфраструктурным партнерствам. Эта работа ведется. Пожалуйста, комментируйте, делитесь своими соображениями. Информация содержится на нашем веб-сайте. Не стойте в стороне. А таким образом мы сможем упрочить наши выводы. Спасибо. И вам спасибо огромное. Спасибо, Кристофер. Оливье Крепан-Леблан, прошу вас.
Я представляю динамическую коалицию интернет-ценностей. А работа, которую ведет наша динамическая коалиция по ключевым ценностям в интернете, касается открытости интернета, сохранения его свободы, его глобальной природы и его характера сети сетей. И в этом смысле та работа, которую мы ведем, помогает ускорить достижение всех целей устойчивого развития, начиная от достойных условий работы и гендерного равенства до укрепления инфраструктуры и сокращения неравенства. Сохранение этого открытого характера интернет-среды открывает нам дополнительные возможности, позволяет нам связываться, не замечая границ, укрепляет возможности сотрудничества и, как следствие, будет способствовать достижению ЦУР. Я вот тут с приятелем перекинулся парой слов. И мы поговорили о следующем. Вот собираются люди, объединяют усилия, достигают результатов. Это нужно делать в интернете. Нужно выбирать самых достойных, самых честных людей, чтобы они объединялись и двигали все это вперед. Интернет – это глобальная среда, которая не только предоставляет, но и расширяет это окно возможностей, которое необходимо каждому. Спасибо большое. Госпожа Кью, вот по вопросам гендерного равенства в вашей динамической коалиции, вы не могли бы рассказать о том, как закрывается этот гендерный разрыв в цифровой среде? Что происходит? Спасибо большое. Наша динамическая коалиция по вопросам гендерного равенства смотрит и на вопросы прав человека, и на вопросы, касающиеся пятой цели ЦУР. У нас три основных тезиса. Первое. Предоставление доступа – это критически значимый элемент. Сегодня до сих пор существует определенный цифровой гендерный разрыв, и доля женщин на 12% меньше, чем процент мужчин. И разрыв этот в зависимости от региона изменяется. И это не только проблема в использовании гаджетов. Это вопрос в реализации своих прав человека и решение проблем других видов неравенства, например, свобода выражения мнений или социальной мобильности. Теперь. Сейчас создалась большая проблема с представлением данных. У нас практически нет дезагрегированных по половому признаку данных. То есть, вернее, по половому признаку есть, а вот гендерных таких категоризаций нет. Потому что гендер – это же социальный конструкт. Он как раз отражает не только половую, но и экономическую, социальную, идеологическую принадлежность. И вот эту работу мы ведем. У нас есть специальный отчетный лист, который в 2016 году мы представили в Мексике на форуме, международном форуме. Примерно 50% в тех семинаров, которые мы проводим, к сожалению, не учитывают и не позволяют закрыть этот гендерный разрыв, который мы зафиксировали 7 лет назад. До сих пор проблема не решена. И это, по сути, ограничивает наши возможности в борьбе за другие права, и вот этнические, сексуальную ориентацию, выражение своего гендера или борьбу с ограничениями в отношении и людей-инвалидов. Кого это волнует, казалось бы, но дело в том, что мы делаем это именно для того, чтобы программы и политические решения, которые готовятся, не были основаны на по-настоящему дезагрегированных данных и таким образом не усугубляли те проблемы с точки зрения гендерного равенства, которые и без того существуют. Спасибо большое. Динамическая коалиция по защите детей. Прошу вас. Для меня огромное удовольствие и радость присутствовать сегодня в этом зале. Большое вам спасибо за приглашение. Я выступаю от имени Динамической коалиции по защите детей.
представляю ЭКПА, я из Великобритании, живу в Лондоне, но представляю международную неправительственную организацию ЭКПА со штаб-квартирой в Бангкоке. У нее есть подразделение в более 120 странах мира, на каждом из континентов этой планеты. И они ведут очень широкий спектр работы, который так или иначе непосредственно связан с ЦУР. Мы очень активно принимали участие в лоббировании смежных с ЦУР вопросов. И с огромным удовольствием отмечаю, что нам было приятно видеть, что 5 различных ЦУР конкретно и непосредственно касаются нашей работы. 4, 5, 8, 10 и 16. Я знаю, что очень часто создается дихотомия между теми, кто переживает за детей, и тех, кто переживает за свободу в интернете, его расширение. Я считаю, что это дихотомия ложная по своей сути. В ЦУР-10 для нас ключевой цели сказано, мы хотим, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к тем преимуществам, тем бесчисленным преимуществам, которые предоставляет интернет. В Соединенном Королевстве и в большинстве развитых стран-членов ОСР невозможно даже представить ребенка или молодого человека, получающего достойное современное образование без доступа к интернету и соответствующих гаджетов. Именно поэтому ЦУР-10 сформулировано как сокращение неравенства внутри и между странами является для нас ключевой. Давайте поговорим о цифрах. Нужно не забывать, что каждый третий пользователь интернета в мире – это ребенок, а именно моложе 18 лет. Каждый второй в некоторых регионах развивающихся стран. А в отдельных государствах эта доля еще выше. Так что мы боремся за то, чтобы мы четко осознавали масштаб и значимость молодежи для интернета. К сожалению, так часто бывает, что при обсуждении интернет-политики мы забываем о том, что аудитория интернета является не только взрослые. И здесь важно понимать, что дети – это не просто какая-то маргинальная группка, это огромная доля пользователей современного интернета. Спасибо большое. Госпожа Минмарера, коалиция по международным правам и принципам, прошу вас. Большое спасибо. Для меня огромная радость быть здесь и представлять коалицию по интернет-правам и принципам. Наша коалиция занимается хартией по правам человека и принципам в интернете. Она была опубликована в 2011 году. Мы играем ключевую роль в рамках нашего сообщества по распространению информации по правам человека в интернет-среде среди всех заинтересованных сторон. Мы находимся в тесном контакте с процессом реализации ЦУР. И нас волнуют те темы, которые подняты в этом году на этом форуме, в частности, вновь возникающие технологии, права беженцев, изменение климата. И мы особое внимание уделяем инновациям путем труда. Это 14-я статья устава, хартии, прошу прощения. Там сказано необходимость уважения прав работников, а также восприятие интернета как рабочего места, а также определение труда в интернете. Там есть также статья 16,
право на защиту потребителей в интернете. Почему мы об этом говорим? Мы убеждены, что при обсуждении инноваций мы должны обязательно учитывать права человека и устойчивое развитие. Именно это должно быть путеводной звездой нашего дальнейшего развития технологий. Теперь я хочу передать слово нашей динамической конференции по коалиции, прошу прощения, по обеспечению доступа к знаниям. О чем мы говорим? Мы хотим обеспечить некоммерческое использование и доступ онлайн к библиотекам. Таким образом, будет обеспечен необходимый доступ к информации и будут достигаться те цели, которые поставлены в ЦУ, в целях устойчивого развития. Это будет помогать не только обществу, но и отдельным людям. И здесь сходятся воедино такие цели, как единичное, национальное и общечеловеческое процветание. Да, для тех людей, кто не имеет доступа к интернету, библиотеки, по сути, являются единственным инструментом войти в интернет. Уж не говоря о том, чтобы освоить какие-то образовательные навыки. А если у человека есть дома доступ в интернет, то тогда в библиотеке он может, например, обрести новую среду для общения или какие-то курсы пройти. Я думаю, что наши усилия тоже внесут свою лепту в достижение ЦУР. Библиотеки представляют соответствующую инфраструктуру. Поэтому подключение библиотек к интернету как раз и есть самый, может быть, недорогой, самый доступный способ подключения всей конкретной общины. Потому что библиотеки есть везде. Они уже включены в программы развития и поддержки правительств. Теперь необходимо, чтобы соответствующие установления и проекты по установлению цифровой инфраструктуры в библиотеках были тоже профинансированы правительством. Когда люди начинают осознавать, какой огромный объем содержится в интернете, не просто ограничиваются использованием поисковых запросов в поисковой строке, они получают доступ к неограниченному объему информации. Поэтому здесь надо понимать, что подключение библиотек к интернету поможет нам непосредственно достичь ЦУР. Каким образом? Например, пришел человек в библиотеку, прошел курсы по цифровому обучению, и он может уже конкретно, непосредственно работать по реализации каких-то технологических решений, заниматься веб-дизайном, программированием, кодированием, каким-то другим технологическим прорывом. Теперь ЦУР 5. Гендерное равенство в области использования технологий. Действительно, многие женщины считают, что библиотека – это самое безопасное место, где они могут освоить интернет-навыки. Библиотеки также представляют курсы по развитию предпринимательства, и у людей появляется возможность начать собственный бизнес. Также научиться каким-то навыкам, которые пригодятся им на рынке труда, подготовки, например, резюме, прохождение собеседования. Теперь по поводу, например, развития фермерского хозяйства. Достаточно большое количество информации содержится о, например, грантах развития или ценах на рынке сельскохозяйственных продуктов. То есть, другими словами, улучшается вообще качество жизни людей, повышается даже в области здравоохранения. У людей есть возможность получить информацию относительно медицинского обслуживания. Особенно это важно для женщин, которые не в состоянии получить такую помощь, находясь у себя дома. А теперь хочу передать слово Джерри Эллису. Динамическая коалиция по доступу для людей с ограниченными возможностями. Прошу вас. Спасибо, Надя. Большое спасибо форуму за возможность выступить от имени нашей коалиции. 1,3 миллиарда людей в мире имеют ограниченные возможности. А это 1,3 миллиарда долларов доходов. И если к этим цифрам добавить, например, членов семьи и близких друзей, это еще расширит данный круг и экономическую мощь этой группы. 80% людей с ограниченными возможностями живут в развивающемся мире, поэтому ЦУР для них актуальный, как ни для кого другого. Цель развития тысячелетия, к сожалению,
вопрос ограниченных возможностей не учитывали. А вот в ЦУР ограничение возможностей упомянуто 11 раз, подчеркивает значимость этой темы. Многие платформы, международные платформы, как раз занимаются вопросами такого рода. В документе повестки дня до 30 года говорится и об инклюзивных городах, потом WSIS плюс 10, Сендайская рамочный документ Сендайский. Будет также выпущен флагманский доклад, который был заказан Генассамблеей ООН и который был представлен на Международном дне инвалидов 30 декабря. Все это результаты прорывной конвенции ООН по вопросам прав инвалидов. Ключевая концепция в рамках конвенции ООН – это универсальный дизайн. А что это значит? Это значит, что люди с ограниченными возможностями должны принимать участие на всех этапах разработки и производства чего бы то ни было, с самого начала до самого конца, чтобы таким образом ввести вопрос доступности и возможности использования на всех его этапах. Потому что, особенно в стареющих обществах, вопрос доступа, вопрос возможности использования любого предмета является одним из решающих. Все это становится очень важным при обсуждении вопросов обеспечения инклюзивности социального и экономического для людей с ограниченными возможностями. Поэтому этот универсальный дизайн может как раз обеспечить нам возможность более активной интеграции людей с ограниченными возможностями во все элементы экономической и социальной деятельности. Конвенция ООН лежит в основе целого ряда рамочных документов, которые касаются инклюзивного развития. И последний тезис на сегодня. Лучшим способом учета интересов и чаяний людей с ограниченными возможностями является прямое с ними общение. Вы не знаете, что им нужно? Спросите у них, они вам об этом скажут. Спасибо большое, Гарри. А теперь, как вновь возникающие технологии поддерживают достижение цели устойчивого развития? Кара Рейс, Прон, блокчейн. Наша динамическая коалиция по технологии блокчейн занимается проблемами взаимодействие людей друг с другом, с общинами, с частным сектором и со средой, окружающей их. Мы изучаем этот потенциал по целому ряду направлений, связанных с конкретными ЦУР. Например, мы анализировали и готовили прототип метода использования блокчейн для распределения и запуска микросетей по производству электроэнергии. Например, также система зачета и взаимопризнания, например, университетских дипломов. Рассматривали вопрос управления системой блокчейн, повышения прозрачности и углубления понимания взаимодействия блокчейн в рамках частного сектора. У нас сейчас ведется работа по направлению корпоративной подотчетности за счет блокчейн. И работая в этих направлениях, мы поняли, и даже взаимодействуя с сообществом, ведущим эту работу, что можно либо стимулировать технологии, либо препятствовать им в достижении своего потенциала по изменению поведения человека для достижения ЦУР. И это как раз приводит нас к размышлению относительно вопросов управления по технологиями блокчейн. Но и здесь вот общественные протоколы блокчейн пока непонятно, как регулировать. Мы сейчас все это прорабатываем. Но и в любом случае мы должны понимать, что это либо препятствие, либо стимул для того, чтобы технологии решали стоящие перед нами проблемы. В данном случае
мы в своей динамической коалиции на нашей сессии завтра будем размышлять относительно достижения всеобщего блага в самом глобальном масштабе посредством глобальных блокчейн. Я хотела бы обратиться к господину Болтерману. Это Динамическая коалиция интернет-вещей. Будьте любезны, представьте нам свою работу под СУР. Спасибо вам большое. Вы знаете, переход в цифровой формат формирует лицо нашего общества и влияет на все, что мы делаем. Мир наш все больше зависит от цифровых технологий. Цифровые технологии мы используем все более и более широко. И мир в мире нас окружает все большее, большее количество предметов, которые могут помочь нам взаимодействовать с миром. И мы в своей динамической коалиции вырабатываем наиболее этически обоснованный, взвешенный подход на перспективу для того, чтобы развитие технологий обеспечивало основу как для общественного развития, так и развития бизнеса. И здесь идет не о моей этической позиции или вашей этической позиции. Нет, здесь нам нужно сформировать общую базу. И, конечно, это значительным образом скажется на ЦУР, в частности, ЦУР-2. Очевидно, что технологии могут в значительной степени увеличить производительность сельскохозяйственных культур. И не только за счет использования технологий в развитых странах, но и в области тех технологий, которые на самом деле, по сути, довольно простые, например, орошение, ирригация, обработка земли и так далее. И вот это наше основное направление работы по ООНовской тематике. То есть мы сейчас под призмой сельского хозяйства все это разворачиваем. Теперь здоровье жизни, здоровье и безопасность жизни, в частности, система раннего предупреждения, как, например, цунами. Она была создана для предотвращения разрушений таких природных явлений, как цунами. И здесь как раз есть возможность получить предупреждение как можно раньше, чтобы успеть эвакуироваться из опасной зоны. Все это уже давно используется, кстати говоря, мы просто не думаем об этом как о технологиях сетевого характера. Нам важно понимать, что если речь идет о сети станций, то и это тоже сеть каким-то образом между собой связывается. И мы надеемся, что интернет вещей будет значительным подспорьем в достижении ЦУР. В частности, с точки зрения мониторинга и систем предупреждения. Почему? Потому что они дают нам обратную связь, которая позволяет затем оттачивать наши собственные процессы. А ключевым моментом достижения этих целей является укрепление потенциала. Потому что лучше всего такие вещи развивать на местном уровне, чтобы представители местных общин могли использовать интернет вещей и сами вещи для решения своих местных проблем. И мы готовим молодых специалистов и предпринимателей, учим их распространять вот это сетевое понимание взаимодействия интернета вещей. А в завершении хочу сказать следующее. Об этом нужно постоянно думать, размышлять. И важно за общеглобальными целями не упустить из виду задачи каждой конкретной общины. Вот вы сказали очень правильную вещь – укрепление потенциала на местах. Но для стран больших, масштабных, есть определенная экономия масштаба. А возьмем, например, маленькое развивающееся государство, которое расположено на одном островке. Что ему делать?
Вот, собственно, мы так логичным образом и подвели к проблематике МОСРК. А мы представляем Индийский, Африканский океан, регион Южно-Китайского моря. В нашем регионе проживает около 6 миллионов жителей. И мы надеемся, что наши голоса будут услышаны, особенно в области управления интернетом. Мы знаем, что и ООН, и другие организации принимают соответствующие документы, касающиеся нашей проблематики, проблематики МОСРК. У нас что? У нас мы удалены от центров, мы уязвимы для стихийных бедствий, мы уязвимы экономически, для экономических изменений и кризисов. Мы зависим от добычи, от добывающей отрасли и от государственных монополий. У нас в некоторых странах даже олигополия, и сговор, ценовой сговор, и коррупция, телекоммуникационный сектор монополизирован, и, может быть, даже олигархами схвачены. У нас нет практически никакой службы поддержки потребителей. А нам нужно обеспечить какую-то инклюзивность, нужно сделать так, чтобы люди, живущие в наших странах, не только, но и включая женщин, молодежь, людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями и людей наименее благополучных, прогресс не обходил стороной. Поэтому это наш важный, это наш принципиальный императив все-таки воспользоваться теми преимуществами, которые представляют новые технологии, например, облачные технологии, другие достижения хай-тек. Даже несмотря на те огромные расходы, которые на это уходят, все-таки должны быть нам доступны. Молодежь Тихоокеанского региона говорит на своем форуме, говорила о том, что создается огромный разрыв между тем, что доступно молодежи нашего региона и молодежи, проживающей в других уголках мира, ровно потому что у нас нет доступа к интернету. У людей нет доступа к онлайн-услугам. Особенно эта проблема остро стоит для людей с ограниченными возможностями. И здесь нужно привлекать региональные организации для того, чтобы они стимулировали представителей государственных органов стран нашего региона реализовывать рекомендации, которые давались, в частности, комиссии по широкополосному доступу. И чтобы за счет стимулов со стороны государства частный сектор более широко предоставлял местным жителям доступ к широкополосному интернету. А будьте любезны, к заключению переходите уже. В Карибском регионе разрабатывается стратегия касательно как раз создания инфраструктура и вовлечение широкой общественности в разработку соответствующей политики. И такая же работа проводится и в Тихоокеанском регионе. Однозначно, малые страны и развивающиеся государства должны также принимать участие в соответствующих глобальных процессах и вносить туда свой вклад. Большое спасибо. Слово имеет госпожа Соня Херинг из молодежной коалиции по вопросам управления интернетом. Спасибо, Надя. Наша коалиция, молодежная коалиция, работает над вопросами, интересующими различные заинтересованные стороны. Работаем также и по целям устойчивого развития. В этом году мы особенно интенсивно работаем на фронте повышения медийной и интернет-грамотности именно молодежи, с тем, чтобы молодежь вносила более действенный вклад в развитие своих сообществ. Киберграмотность, интернет-грамотность — это абсолютно важный момент,
поскольку без соответствующих навыков молодежи не удастся найти работу, и шансы на трудоустройство будут низкие. И кроме того, интернет-грамотность вносит вклад в достижение целей 10, реализацию задачи 10.6. Мы работаем с местными сообществами, у нас есть национальные координаторы, и вот, например, в том, что касается африканского континента, там у нас есть молодежная программа по расширению потенциала молодежи в области расширения потенциала, в области, собственно, программа разрабатывается молодежи и направлена на то, чтобы повысить знания молодежи о ИБКТ, научить их пользоваться ИКТ. Уже спасибо, на этом мы заканчиваем, собственно, выслушать выступление динамичных коалиций и вновь переходим к нашим экспертам. Вопрос к экспертам. Кто-нибудь из вас хочет отреагировать на то, что вы услышали от представителей динамичных коалиций? Да, прошу вас. На самом деле, меня очень заинтересовал комментарий представителя коалиции по гендерному равенству. Неэффективная отчетность по положению различных полов, собственно, в интернете. Это, мне кажется, очень серьезная проблема. И в прошлом году на форуме по вопросам управления интернетом как раз была дискуссия по этой проблеме, и на одном из семинаров говорилось о том, что нужна дезагрегированная информация с разбивкой пополам, с тем, чтобы действительно... Так что однозначно мы должны более плотно заниматься изучением ситуации или положения, в котором находятся различные гендеры в интернете. И мне кажется, что здесь абсолютно точно есть повод для озабоченности. 50% собственно тех людей, которые так или иначе находятся в интернет-среде, наверняка могут сказать о том, что сейчас очень трудно оценить, насколько в интернете имеет место гендерное равенство. И гендеров действительно сейчас в мире много, опять же, трансгендеры вот есть, и они тоже пользуются интернетом, очень активные пользователи интернета. В особенности, когда в условиях того, что они подвергаются очень серьезной дискриминации и стигматизации офлайн, то есть в реальной жизни. Единственное место, где они могут укрыться от всего этого, является интернет, по сути. Так что нам необходимо включать в наш анализ и включать в наши дискуссии представителей всех гендерных групп и всех маргинализованных групп также. Большое спасибо. Джексон. Интересное очень выступление было представителя коалиции по интернету вещей и промышленному интернету. Здесь абсолютно точно можно говорить о том, что технологии, связанные с интернетом вещей, а не промышленным интернетом, получают все больше и больше развития. Тут нам нужно следить за тем, чтобы все это не превратилось из интернета вещей в интернет угроз, потому что такие технологии, они развиваются действительно очень быстро, но это развитие не всегда имеет предсказуемые последствия. Спасибо. Меня очень заинтересовало то, что вызовы перед нами стоят сегодня разные абсолютно. Разнообразие этих проблем. Это и доступ к интернету для всех и каждого, и гендерный разрыв, и вопросы, связанные с образованием, профессиональной подготовкой, развитием каких-то базовых даже навыков использования интернета. Так что вот меня поразило все то многообразие вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Спасибо, Селина, Андрес. По поводу расширения потенциала, вот был интересный комментарий. Надо сказать, что для Латинской Америки проблема не столь стоит в инвестициях в человеческий капитал. Конечно же, у нас есть желание инвестировать больше,
в эту область. Но для нас настоящая проблема – это отсутствие координации между различными проектами, потому что есть великое множество проектов, все они посвящены, в общем-то, разным целям, у них у всех разные задачи, и все это, в общем, все в разнобой делается и осуществляется. Так что было бы неплохо, если бы было больше координации. Это сделало бы нашу работу гораздо более эффективной. Спасибо. Несколько минут у нас осталось. Возможно, у нас и будет возможность сейчас выслушать вопросы из зала. Да, обращаюсь сейчас к нашей уважаемой аудитории. Вот у нас с нами здесь эксперты, представители динамичных коалиций, которые также будут рады ответить на наши вопросы. Дистанционный модератор у нас есть, Вирджиния, которая также у нас регистрирует вопросы, которые приходят по интернету. Ну, сейчас мы обращаемся к вам. Кто хочет задать вопрос? Пока вы думаете, я вновь предоставлю возможность выступить Мартину Боттерману. Большое спасибо. Отвечу на комментарий Джексона. Интернет угроз. Ну, да, действительно, любая новая технология, в общем-то, таит в себе определенные угрозы, но в то же время и связана с новыми возможностями. Понимание этого есть. И на самом деле, чем мы однозначно лучше это себе представляем, чем в прошлом. Понимаем, что эта проблема есть. В том, что касается расширения потенциала, здесь речь идет не только о том, как проводить семинары, обучающие мероприятия и так далее, но также и то, каким образом выстраивать соответствующую политику и управлять, собственно, соответствующими процессами. Так что потенциал — это не только навыки, это еще и возможности, которые правительства нам дадут пользоваться новыми технологиями, чтобы они не душили эти технологии, чтобы было все-таки пространство для их использования. Спасибо. Будут три комментария и вопросы в аудитории. Наверное, вы еще перевариваете, да, все еще. Находитесь в фазе послеобеденного отдыха. Да, вот там у нас вопрос. Не знаю, кто там вопросы собирался задать, потому что вы друг на друга указываете. Нет, мне казалось, что кто-то еще хочет выступить. Ну ладно, тем не менее, выступлю я, раз желающих нет больше. Большое спасибо за выступление и доклады. Очень интересные были все. Вопрос такой у меня. Вот сейчас выступили представители динамичных коалиций, и, возможно, эксперты пожелают рассказать нам о том, как наладить синергию между этими динамичными коалициями с тем, чтобы форум наш работал более эффективно и более эффективно продвигался также и более действенный вклад вносил в достижение целей устойчивого развития. Спасибо. Будут ли другие вопросы? Прошу вас. Мэриан Фрэнклин, коалиция по интернет-правам и по правам в интернете. Найджел задал вопрос только что. И хочу, в свою очередь, задать вопрос, который связан с его вопросом. Насколько приоритеты наши в русле, собственно, той работы, которая ведется в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Спасибо. Кто хочет ответить на вопросы? Давайте начну по поводу синергий. Синергетических связей между тем, что мы делаем. Я думаю, что в основном и прежде всего такие синергетические связи можно выстроить в области образования. Развития навыков, доступа к интернету, и я думаю, что такая синергия будет очень эффективной и очевидной на местном уровне. Кроме того, синергетические связи, хотя, может быть, это и менее очевидно, можно выстроить и другими путями.
Действительно, пользователи интернета все разные, они все из разных стран, разных возрастов. И интернет – это, собственно, пространство свободы, хотя и с некоторыми ограничениями. И вот также нам можно было бы наладить более тесные синтетические связи в поддержании этого пространства, обеспечении такого пространства свободы для всех пользователей. Я хотела бы вернуться к вопросу устойчивости. Не знаю, насколько мы сейчас, насколько наши приоритеты в русле той работы, которая ведется по устойчивому развитию, но все-таки я думаю, что мы учитываем эти новые реалии, цели в области устойчивого развития, которые были поставлены перед нами. Ну и также хочу сказать о том, что нам нужно все это сконцентрироваться, сфокусироваться на человеке, на индивидууме. Потому что действительно, как тут правильно уже отмечалось, пользователи все очень разные, и нам нужно учитывать потребности и чаяния всех и каждого, по крайней мере, стараться сделать это. Вот мы тут говорили уже об алгоритмах, о том, как это все сказывается в наших правах, свободах и так далее. И права каждого индивидуума также важны. Абсолютно однозначно наша работа должна лежать в русле правозащитной работы. И мы должны стремиться сделать так, чтобы права человека в интернете соблюдались. Большое спасибо. Если желающих задать вопрос больше нет, пока я передам слово Джерри. Действительно, все мы очень разные, и ничего страшного в этом нет. На самом деле, наоборот, это преимущество. И я думаю, что опасность для нас состоит в том, что если мы начнем работать каждый в своем углу, если будет такая вот разобщенность. Нам необходимо изыскать способ работать вместе, сообща, потому что различия между нами всегда будут, они никуда не денутся. Всегда у нас будут различия между различными людьми. И поэтому, может быть, даже самой сложной задачей для нас сейчас является то, каким образом наладить сотрудничество, как нам работать эффективно рука об руку, несмотря, невзирая на наши различия. И еще также я считаю, что важна работа по созданию стандартов, общих стандартов для интернета, которые обеспечили бы доступ ко всех и каждого к интернету. Потому что, например, когда мы покупаем пакет молока, он, собственно, это одно и то же молоко. И купить его может любой человек, и инвалид, и представитель меньшинства какого-либо. Вот то же самое нам нужно, примерно то же самое нам нужно и в интернете наладить. Нет вопросов пока больше. Может быть, через интернет какие-нибудь вопросы пришли интересные? А вот здесь у нас вопрос. Прошу вас. Я представитель НПО и также участвую в работе нескольких коалиций, в частности, коалиции по гендерному вопросу. Что могу сказать? Динамичные коалиции. В чем суть этих коалиций? Собственно, эти коалиции работают на благо изменений. Или, вернее так, они сами преобразуются по мере того, как меняется ситуация. Но мы все-таки обратили внимание на то, что динамичные коалиции сейчас фокусируются именно на изменениях. Но я в свое время говорила о том, что нам нужно сфокусироваться на том, что не работает, то есть выявить то, что у нас не работает, не функционирует, отказаться от этого, идти вперед. В любом случае, динамичные коалиции провели большую работу, с чем мы их и поздравляем. Работа очень полезная. И yeah.
Можно ли сказать, что динамичные коалиции когда-нибудь вообще завершат свою работу? Ведь ситуация постоянно меняется, будет меняться и дальше. Так что я думаю, что в чем-то эти динамичные коалиции, в чем-то бессмертные, они вынуждены просто продолжать свою работу, обречены на это. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо за ваш вопрос, комментарий. Обращаюсь к представителям динамичных коалиций. Кто желает ответить? Я сама представляю молодежную коалицию по вопросам управления интернетом, так что, может быть, я попробую ответить на этот вопрос. Ну, вот я вижу, что коалиция по ключевым ценностям в интернете хочет ответить. Ну, как могу ответить на вопрос? Действительно, название этих коалиций говорит само за себя. Это динамичные коалиции, то есть они постоянно отслеживают динамику. Так что я думаю, что в любом случае эти коалиции будут продолжать работать. Работа эта будет круглогодичной вот, по интересам, собственно, по вопросам, представляющим для нас общий интерес, связанных с интернетом. Спасибо, Карла, затем Мартин. Технологии меняются, суть интернета меняется со временем, и работа наша меняется, то есть это постоянно меняющийся, развивающийся процесс. Смежные технологии тоже меняются, и я думаю, что пока так будет, мы будем актуальны. Динамичные коалиции будут актуальны. Не знаю, будет это продолжаться вечно или нет, но есть вероятность, что будет. Мартин, прошу вас. У нас на форуме всегда идут очень интересные дискуссии. И динамичные коалиции вносят действенный вклад в эти дискуссии, и в проработку этих проблем, которые мы обсуждаем. И мы вносим действенный вклад в решение определенных проблем. И прежде всего это касается безопасности, например, ИКТ. Джексон был абсолютно прав. Если мы хотим, чтобы технологии работали, нужно, чтобы они были надежными, безопасными. И мы провели большую работу по этому вопросу. Были у нас публикации по этой теме. Ну и второй важный аспект — это этика. Конечно же, у каждого свое представление об этике, у каждого свое определение. Ну, ЮНЕСКО, Всемирный экономический форум, страны, индустрия, IT, НПО. Тоже все работают по этой теме, тема на слуху. И форум по вопросам управления интернетом, возможно, тоже захочет подготовить свою публикацию или какой-то документ всеобъемлющий по этичности новых технологий. Я думаю, что вот это ключевые аспекты, по которым мы однозначно будем продолжать работать. И надо подключать к этой работе другие организации, которых эти вопросы также интересуют. Большое спасибо, господин Хакшо. Спасибо. Наша динамичная коалиция появилась недавно, и я просто впечатлен вот тому, что форум осведомлен уже о ее работе. И на самом деле эта работа, которую мы ведем, она проводится в чем-то и на других площадках, в системе ООН также. Они тоже прорабатывают те вопросы, над которыми работаем мы. И я думаю, что здесь у нас есть большой потенциал для сотрудничества. И нам нужно рекламировать плоды своей работы для других агентств, для других организаций. И может быть, где-то даже объединять наши усилия. Спасибо. Спасибо за комментарий. Мы подходим к заключению нашей сессии вопросов и ответов. И я прошу Диего выступить с кратким резюме нашей сессии. Ну, задачу вы мне задали непростую, потому что и о чем здесь мы только не говорили с вами. Ну, главный вывод, которое я могу сделать сейчас, это то, что форум работает по великому многообразию очень важных вопросов. Я всячески призываю динамичные коалиции дальше продолжать их работу, а всех желающих подключиться к ней сделать это. Важно
возможно, задаться вопросом, как нам выстроить нашу работу в будущем, то есть как-то сузить фокус, сосредоточиться на ключевых аспектах с точки зрения разработки политики. А второй вывод касается того, о чем говорил Джексон. Речь на самом деле не только о технологиях, и не столько о технологиях. Если мы хотим добиться действительно глубинных преобразований, нам нужно сосредоточиться на людях, а не на технологиях. А люди — это что? Это, прежде всего, образование. Это лидерство. Это женщины. Вот Андреас говорил о молодежи. Селин говорила о малых и средних компаниях, которыми опять же руководят люди. Так что основная наша задача какова? Как нам подготовить граждан к реалиям новой экономики? Вот в чем наша задача. Потому что мы видим, что очень многие занимаются сейчас проблематикой преобразования индустрии, секторов нашей экономики. Гораздо меньше внимания уделяется преобразованию систем профессионального обучения, например, или образовательных систем. То есть наша задача — подготовить граждан к будущему. И это главный вопрос. Потому что именно здесь самые большие проблемы и наименьший прогресс. Потому что инфраструктура, ну, постепенно мы ее строим. И здесь прогресс есть. А вот как сделать так, чтобы все люди умели пользоваться новыми технологиями, чтобы они были креативны, чтобы они тоже участвовали в созданиях инноваций? Вот в чем вопрос. Так что у нас впереди немало очень интересных вызовов, над которыми нам предстоит поработать. И самый главный вызов — это сделать так, чтобы наш мир стал лучше для всех и каждого. Большое всем спасибо за участие в нашей сессии. Thank you all very, very much. Благодарю всех за участие, благодарю наших экспертов, представителей всех динамичных коалиций, которые рассказали здесь о своей работе. Также благодарю нашего онлайн-модератора Виргинию и наших переводчиков также. И всех тех, кто принимал участие в организации и проведении нашей сегодняшней сессии. Всех тех, кто нам помогал в ее подготовке. И всем желаю хорошего дня. Ну, конечно же, координационную группу динамичных коалиций я также благодарю. Большое спасибо всем еще раз. Ну, и надеюсь встретиться с вами еще не раз по ходу форума.